Всем привет! Продолжаю играть Once Human. Внимательный зритель может заметить, что по сравнению с прошлыми видео немножко изменился у меня вид из окна, если это можно так назвать окном. И моя кровать погребена под землей, потому что пытались с мужем объединить наших персонажей на сервере на одном, но выяснилось, что я не прошла еще пролог. Оказывается, это все еще пролог. И поэтому нельзя с друзьяшками объединяться на серверах. Ну, если я правильно поняла. Так что пока вот так. Не знаю, наверное, буду переносить дом куда-то в другое место, но еще не выбрала. Потому что те места, которые мне нравились, они все заняты. Может быть, кстати, сюда перетащить. Заодно протестирую опцию переноса дома. То есть можно находиться в любой локации. Нажимаем B. И нажимаем Z. И смотрим, куда мы, собственно, можем воткнуть свой дом. Угу. Не очень куда. Как будто бы он висит вообще. Так, а еще я натыкалась, что можно нажать как будто бы Э. Нет, это, наверное, не то. Нет, вроде типа как будто бы ее нажимаешь и немножко сверху обзор. А, нет, работает, да. Но все равно почему-то я не могу поставить где-то вот тут. Так, блин, я что-то застряла как будто бы. О, вот здесь поставлю дом. Хорошее место. Так, во время перемещения тра-та-та, уличные объекты. У меня были уличные объекты. Давайте подтвердим и посмотрим новую локацию. Видна ли теперь моя кровать снова? Е-е-е, кровать снова видна. Вид очешуенный. Не знаю, тянет меня, чтобы у меня был вот такой панорамный вид. Не могу позволить себе это в реальной жизни. Я хочу хотя бы виртуально иметь возможность смотреть. Еще мне очень интересно, могу ли я сажать деревья, потому что в прошлой локации мне нравилось, что вот когда вот так нахожусь, что вот тут вот дерево и вот тут вот дерево. Когда я собирала всякие вещи, то точно с грибами точно какие-то семена собирала. Вот, вопрос по деревьям. Смогу ли я где-то тут сажать деревья? А почему было что-то светло? А почему оно пропало? Так, наверное, нужно посмотреть, могу ли я создать... А что я вообще могу создать? Лечебный отвар, лечебная повязка. О, кстати, почему бы и нет? Так. Это для чего? Стрела. Надо стрелы посоздавать. А то я как лох без стрел. Так, и, собственно, надо будет снова заниматься земледелием. Так, что-то уже создалось. Вот, 15 стрел. Это ведь, правильно понимаю, что это стрелы для моего... Или нет, наверное? Или нет, для нее. Все, для... Вот это вот. Так, и еще я хотела создать какое-то освещение. Чисто моя заморочка. Так, ну, наверное, вот здесь у нас создается освещение. Так. Или нет? Базовая мебель.
А почему нет? Давайте попробуем. О, освещение. Электронная деталь. Исследовать дикую местность, разбирать металлолом. Интересно, а вообще нужна раковина? Или это как Sims? О, кстати, да, тут не попало это на видео, потому что, естественно, я на что-то нажала. А, я ни на что не нажала. В общем, вероятно, это было уже какой-то период времени назад. Мне пришли награды. Запустив игру, я это увидела, получила награды. Ну и думала начать запись, пока суть до дела. Игра сказала, что-то ты давно не шебуршишься, я тебя отключаю. Ну и, видимо, все подарки принялись, и я, честно говоря, даже не успела их толком рассмотреть. Но одна из них... И это вот овца. Пусть будет овца тут, барашек Шон. Хи-хи. Похоже, он не имеет никакой функциональной значимости. О, надо будет еще разобраться с этими строениями. Вот, с изготовлением стекол. Кстати, о стеклах. Могу ли я уже создавать стекло? О, есть какое-то радио. Так. Окно. Интерьер, положение. Опачки. Хо-хо, я создала окно. Не скажу, что это как-то улучшило ситуацию. Тут еще нужно разобраться, что здесь такое треугольное должно быть. О, неужели у нас будет какой-то рассвет? Так, интерьер. Почему это потолок? О, о, да. Ого, интересно, как это выглядит? Блин, это опять что-то не то. Просто хочу сюда треугольник. Почему нету такого, или я его в упор не вижу? У меня, да, бывает гиперфиксат. Вот оно. Оно? Размещение в этом месте невозможно. И... Why not? Так. Пробуем вариант с ее. Так, теперь мне, значит, нужен какой-то ромб. Очень непонятная херня. Ой, простите, я сказала это вслух. Как вообще предполагается создавать здесь что-то? Бред. Ну, это лучше, чем было.
Ой, погода у нас стала солнечной, и мне кажется, что, возможно, надо будет продлить. Эта локация даже мне больше нравится. Фундамент. Я могу здесь ставить фундамент? Почему нет? А, потому что у меня нет гравия. Пофиг, все. Дом я переместила в более интересное место. Кровать снова доступна, если я буду помирать. Нужно мне научиться создавать воду где-то тут. Алоэ, антибиотик. Потому что я вижу, что воды у меня осталось прям так достаточно мало. Я без понятия как. Наверное, надо где-то сборщик воды установить. Я его где-то мельком видела. Ладно, все. Переезд можно считать успешным. Вид красивущий. С погодой дико повезло. Погнали. Я смотрю, тут тоже кто-то любитель красивых видов. Так, отправляйтесь в Дедсвилл. Рекомендуется использовать телепортацию. Но мы, наверное, пойдем ногами, чтобы как можно больше по возможности собрать всего, что можно собрать. Потому что вроде как... Пока вроде никто на меня не нападает. Сейчас попьем. Какое интересное местечко. Не помню, чтобы я тут была. Или была. Надо бы еще разобраться, как эти люди заводили вот этих тварин, которые сами добычей занимаются. Очень удобная штука. Интересно, могу ли я забраться вот на эту вышку? Ага. Эй, похоже, на меня кто-то напал. Ой, а что происходит? Не очень поняла, что я сделала. Вообще не поняла, что я сделала. Что-то я нажала. Что я сделала? Мне очень нравится, ничего не понятно. Оторвала ему голову и использую ее в своих интересах. Так, может быть, я могу убивать вот этих тварин? Или меня убили? Может быть, это место моей смерти? Непонятно. Так, здесь кто-то еще есть? О, фонарь. Мне все хотелось бы понять. Недостаточно иной энергии. Окей. О, кто-то здесь типа дом свой сделал. О, бутылка воды. Так вот, я начала говорить, что не очень мне понятно, где вот это вот... А там что? Кто-то на машине ездит. Блин, забыла, что хотела сказать. А, так вот, вспомнила, что хотела сказать. Что вот я сейчас подбираю какие-то предметы, и я не очень поняла, что из них является хламом. Ну, мне кажется логичным, что если я подобрала какую-то бутылку с водой, это бутылка с водой. Если я подобрала что-то со словом «сломанный», это хлам, который я могу преобразовать.
Вот сейчас я подобрала какую-то бутылку с водой, но почему-то у меня не увеличилось количество воды в инвентаре. Непонятно. Вот куртка лежит. Почему я не могу ее использовать? Почему я не могу в него попасть? Непонятно. Так. Вот зафига мне эта штука. Непонятно. Интересно, вот я сейчас завалила чувака. О, добыча. Подрывной костюм. А я могу его экипировать? Или это опять хлам? А где там еще кто-то скрипит? Он больше не скрипит. Вот где? Интересно, каску? Каску нельзя. Это вызывает у меня недоумение, что я не могу половину вещей подобрать. Это реально, вроде не зомби, но такие зомби стрёмные. Вау. Боже мой, человек напугал меня до усрачки. Как я поняла, из приятного, что здесь достаточно быстро должны респауниться материалы. Ну, то есть, по сути, каждый игрок собирает свой став. Вроде как не конкурируем. Но это лишь мое наблюдение. Не знаю, насколько оно совпадает с действительностью. Но вот так у меня сложилось впечатление. О, мусорный ящик. Все, кто смотрел мои стримы по Star Rail, всем привет. Мусорный ящик, мой дом родной. О, оказывается, если стрелять в голову, он сразу умирает. Удобно. И ничего с него не выпало. Блин, моя внутренняя жадина так страдает от того, что я не могу распотрошить все эти коробки. Так, я тут была? Была, походу. Очень жаль. Все уже собрано. Ой.
Блин. Блин, они что, умные, что ли? Откуда их так много? Так, походу, я хочу есть, видимо. Грязными руками посреди улицы. Фу. Как негигиенично после убийства этих мерзоточных иных. Не знаю, давайте будем откровенно называть их зомби. Блин. Очень неприятно, что закончились боеприпасы. А чё, я умираю, что ли? Что это было? Мне, с одной стороны, нравится фишка, что тут, ну, не все прям подсвечивается, с другой стороны, меня это раздражает. Просто разметала его. На тысячу маленьких монстриков. Пугающие. Они тут постанывают. Так что ж вы спешите-то сюда все? Ничего здесь интересного. Кш-кш. О, сумочка. Блин, я хочу забрать себе эту мебель, деревья, ну блин. Почему я должна все это мучительно собирать? Фу, по-моему, он меня травит. И как-то я не очень здорово себя чувствую, судя по всему. Мое ментальное здоровье нуждается в теплой кроватке. Так, здесь мы были. И что-то я там наверху видела, кто-то там шарится на балконе. О, погода изменилась. Сейчас начнется гроза. Вообще ничего с него не выпало. Ага. Это тот чувак, которого я убивала издали. А как туда залезть, если я хочу туда залезть? Никак, видимо. Миленький кафетерий. Боже мой, шприц. Это похоже на воду, но почему это нельзя попить, поесть? Так, меня тревожит, что у меня осталось всего две воды. И сейчас вот будет одна вода. О, плита, приготовить. Кипяченая вода.
Почему я могу приготовить? Сколько я могу приготовить? Во, все, сейчас наготовлю воды. Не зря воду собирала. То есть интересно. Это значит, мне нужна прям реальная обычная плита. И, кстати, вот сейчас я слышу вот эти вот страшные звуки, и у меня возникает вопрос. Пока я готовлю вот в таком состоянии, на меня могут напасть? Или я типа в режиме стагнации? Сейчас посмотрю, убедюсь. Да, есть, супер, вода. Надо плиту покупать, походу. Мне нет плиты. Я даже не уверена, есть ли у меня опция ее создать. Так, а что тут еще можно? Можно приготовить какую-то еду. А, все, поняла. Это еда, это вода, это все вместе. Блин, ощущение, как будто прям здесь ходит. Плита, кстати, классная. Почему их несколько? А, типа это же кафетерий. Точно. Добро пожаловать в Зомбилэнд. Супер. Все, теперь мне не грозит смерть от жажды. Потенциально мне грозит смерть от голода, потому что у меня все еще нету. Эй, чувак, напугал меня. Еще тут один ходит. Фух. Напугали. Еще одно мусорное ведерко. А почему я не могу ничего собрать? О, могу. Супер. И зеркало, в котором ничего не отображается. Да, но это забавно, что опыт из Старрейла шарится по помойкам. Здесь мне пригодился. Чё здесь так оживленно-то? Что за сейшн? Ребят, у вас что, нет своего какого-то дома, куда вы могли бы пойти? Так, я смотрю, что получены штаны. Я получила какой-то костюм. А что вот это там? Так. У меня ухудшается здравомыслие. Похоже, надо обшаривать последний помойный ящик и бежать домой спать. Так, дом у нас здесь. А, телепорт-то у нас есть? А, надо зажать точно. Простите, извините, здравомыслие ухудшилось. Кстати, интересно, что будет, если свести ее с ума? Это типа будет game over? Мы начнем все сначала. Так, надо вспомнить. Ага, вот рюкзак. Снаряжение. Что у меня тут есть? Мне почему-то казалось, что какую-то я прям одежду какую-то собирала. Мод брони. Как будто бы это не то. Потому что я четко прям помню, что было какое-то снаряжение, похожее на одежду. Но как будто бы нет.
Так. Ага, все-таки есть штаны. Наконец-то я буду не ходить не с голой. Как их экипировать? О, найс. Так, возврат. Кепка у меня одна. Намордник один. Перчатки одни. Вот и одни. О, новый броник помощнее. Супер. Значит, мне не показалось, что я что-то такое подобрала. Прикольно, мне нравится. Так, в общем, ментальное мое здоровье тоже восстановилось. Интересно, это когда я лежу, у меня типа голод, или до следующего приступа голода у меня отсчет идет? В общем, так и не разобралась, что вот это вот с желудком связано. Все, пора вставать. Выключаем пока фонарь. Так, что тут можно делать? Ну, вероятно, надо выбирать все. А, вот так. Так. Вот это непонятно. Нужно ли мне это разбирать? О. У меня есть рыба. А почему я не могу ее экипировать? Где у меня рыба? Так, окей, возвращаемся в инвентарь. Снаряжение. Так, здесь скорость стрельбы получше. Попробуем с пистолетом побегать. О, так, все, можно два оружия. И фигачить кого-нибудь рыбой. Ага, мне нравится. Получилище. Это просто само собой напрашивалось. И оно живое, боже, это пугает. А, так, открыть миметику расширения склада. Так, где у нас расширение склада? Вот, кстати, вот это мне кажется надо. Система сбора воды. Пользуясь случаем, что есть дождь. А, у меня она есть. А почему у меня она не экипирована, нигде не стоит, не собирает, собственно, дождь? Так, еще раз, что мне нужно сделать? Расширение склада. Почему я здесь его не вижу? Ну, кстати, кухня.
Так, плита. А у меня, видимо, нету этой этого шифра. Так, о, есть какой-то. Давайте изучим. Такое ощущение, будто я ничего не выучила. Так, ну, в общем, шифра у меня все равно не хватает, поэтому отправляемся все еще в Децвиль еще раз. Так, постараемся не разрушить свое ментальное здоровье до того, как выполним задание. Потом меня так загипнотизировала эта локация за забором. Увлеклась. Как убрать отметку? Довольно шумно. О, вот оно как работает, оказывается. Интересно. Так, и снова дорога ведет меня сюда. Где-то я тут уже частично была. Да, и похоже, надо подальше держаться от этих тварей, когда они взрываются. Вау, чувак, ты что, вылез из этого червя? Откуда ты взялся, или это был респаун такой резкий? Так, похоже, нам нужен свет. Так. Здесь я уже была. По второму кругу я не хочу тут сражаться. Было бы забавно, если бы по сюжету можно было рыбой, типа, добывать. Фигачишь рыбой. Опачки. Мне показалось, что тут был кто-то. Я прям четко видела силуэт. Так, ладно, я здесь была. Так, и что это у нас тут? Активировать. Это было правильно или нет? Блин, а как убрать отметку? Вот я какую-то фигню отметила. Я хочу ее теперь убрать. А, вот. Сработало. Ага, тут я не была.
Картофель. Продуктивно. Надеюсь, это я не чужие припасы ворую. Я не могу, я просто такое... Сборщик хлама. Так, еще надо как-то внутрь попасть. Я точно видела, что там что-то лежит. О, в шкафчике что-то можно пошарить. Может быть, в окно просто можно залезть? Что-то мне никогда не приходило в голову залезать через окно. О, оказывается, все так просто. Так, интересно, это чей-то дом такой? Такое ощущение, будто действительно придется воспользоваться телепортацией, что-то далековато бежать. Если я вообще туда бегу. Интересно, прокачивается ли выносливость, господи, этот человек? Блин, не хочу себе такую тварь, которая добывает. Автономно. О, пшеница. Трудолюбивый бобр. О, милаш. С ним можно взаимодействовать, и он, по-моему, рад этому. Так, какая-то букашка. Типа она просто как фонарь для красоты. Ну, понятно, никак ее не потискать. Поэтому я буду пить. Так. Как будто бы я до чего-то дошла. Какое-то внезапное задание. Гильдия искателей приключений. Так. Ты планируешь остаться здесь?
искатель приключений. Не, просто прохожу мимо. В этом лагере можно спокойно отдохнуть и набраться сил, а через пару дней я уйду. Почему бы не остаться здесь насовсем? Ну, тогда какой бы из меня был искатель приключений? А куда же ты отправишься, расскажешь мне? Недавно умер мой старик. Перед смертью он попросил развеять его прах возле маяка, который он когда-то сторожил. Проблема в том, что я толком не знаю, где находится этот маяк. Если ты намекаешь, что это должна сделать я тоже не в курсе. Вроде где-то на юге отсюда. Старик говорил, что наш маяк — это факел, изгоняющий тьму. И чего? Это типа... Все, видимо, я не могу... Или могу поговорить. Так, получается, это повторяем. Все, то есть получается, мы просто потрындели, задание мне никакое не дали. О, там какой-то мейл, как будто бы. Интересно. С этим поговорить нельзя. С этим поговорить нельзя. Так, какое-то событие. Ящик с добычей скоро заканчивается. Так, ящик с добычей. Где у нас ящик с добычей? Вообще без понятия, о чем речь. О, у меня есть раковина. Внезапно. Чувак из магазина. О, комплект. У меня нет денег, как жаль. У меня есть какие-то линки энергетические. Но в целом я ничего себе не могу позволить. Остается только шариться по мусорным бакам. Боже мой, девушка гриб. Так. Ну, это, вероятно, какие-то сезонные штуки. Поговорить с Мэри. Good. You made it. I'm guessing that gun served you. Так. Значит, башня была активирована тобой. These towers are even supposed to let you travel between worlds, but I haven't been able to figure out how. Either way, I'm glad it got you here. Deadsville is the perfect place to dig up info on the area. That merchant over by the old truck looks like she gets around. Maybe she knows something useful.
Так, откройте интерфейс задания, чтобы увидеть ваши текущие задания. О, что-то тут. Какой-то пространственный куб. Так, заметки Клэр. Ну, похоже, я их собрала, но не посмотрела. Так, похоже, особо грабить тут нечего. И поспать на чужой кровати тоже нельзя. Давай поговорим. Да, в общем, поняла, что диалоги тут как-то муторно открываются. Боже мой, какая там на заднем плане детская картинка. Непонятно. Как будто бы либо подлагивает, либо на данном этапе, типа, если бы это была пойма, мне бы так... Сюда не надо, не ходи сюда. Еще слишком рано. Так, взаимодействуйте с башней телепортации, чтобы ее активировать. О, список миров. То есть, видимо, вот так я могу перемещаться. Реально подлагивает. О, есть контакт. О боже. Так, расскажи мне об этом месте. Эта территория называется Болото Дейтсона, верно? Что еще тут есть? Какие-нибудь опасные места? Боже мой, прогружается по частям. Боже мой. Это так и задумано? Это у меня только сейчас прогрузился диалог с тем чуваком в доме. Обалдеть. Это интересно, это из-за того, что здесь уже появляются другие игроки, такие лаги. Потому что чисто вот по графике как будто бы все нормально, но вот диалог подвел. Это я успела побегать, что-то собрала, и только сейчас у меня прогрузился. Так, ладно. Ну смотри, у нас тут практически полный набор опасностей. Звездная пыль, иные мутировавшие звери, еще иные. Чего только не встретишь. Единственное, чего нам не хватает, так это мародеров. И то только потому, что они в этот регион слишком боятся заходить. В этих болотах до сих пор полно звездной пыли. В такой зараженной почве невозможно что-то вырастить. Поэтому хоть какое-то серьезное поселение здесь поддерживать трудно. Для большинства людей Дэдсвилл — это просто перевалочный пункт, чтобы переночевать. Люди не любят оставаться здесь дольше, чем нужно. Убежище здесь без излишеств, но что тут скажешь, это наш дом. Я считаю, что кто-то должен остаться здесь и ждать, пока звездная пыль не развеется. Понимаешь, может быть, когда-нибудь Земля начнет восстанавливаться.
Расскажи мне о восточном побережье. Расскажешь мне подробнее о регионе, в какую сторону мне лучше дальше идти? Попробуй на юг. Мейерс Маркет не так уж далеко отсюда. Все, что тебе нужно сделать, это пересечь разрушенную реку. Разрушенную реку. Мы, когда сюда впервые прибыли, именно так и шли. Мейерс Маркет. Убежище, в котором живут сотни людей. Оно построено на песчаной полосе посреди реки. Земля там не очень хорошая, но лучше, чем то, что у нас тут. Хорошее место, и нужно запастись провизией. На севере есть лагерь Серые Воды. Они перебрались сюда из Блэкфелла. И, как говорят, у них лучшие технологии на многие мили вокруг. Но добраться до них непросто, на севере и на еще свирепее. Блэкфелл – штаб-квартира Союза. Он расположен в пустыне далеко на севере. Город довольно большой, но очень удаленный. А в западных горах высокая трава. Но тамошние жители редко сюда заглядывают. Так, расскажи о себе и о других. Рассказывать особо нечего, я просто пытаюсь выжить, как и все остальные. Мы с женой жили здесь, но когда стало совсем тяжко, перебрались на юг в Мейерс Маркет. Мы прожили там 12 лет. Жизнь была неплохая, но почему-то это место никак из головы не выходило, поэтому, когда Союз решил открыть здесь перевалочный пункт, мы с Ханой ухватились за этот шанс и стали первыми жителями Дэдсвилла. Опасно это место, повсюду кишат иные и звездная пыль везде, но мы не жалуемся, сами такую жизнь выбрали. Кроме меня и жены здесь не так уж много постоянных жителей. Ларри Дюваль занимается связью с Союзом. К нему стоит обращаться, если нужна работа. Говорят, он раньше работал на фруктовых садах к востоку отсюда. Остальные просто проезжают мимо, в основном путешественники и торговцы. Земли к северу и югу от болот территория Союза, так что иногда здесь проходят караваны, но в последнее время их не было. Слишком уж много иных. Так, я тут впервые-то здесь за главного. Конечно, зови меня Джеймс, я защищаю это поселение, а моя жена Ханна отвечает за повседневные дела. Скажи, а ты мотылек? Наверное. Ну что ж, добро пожаловать на борт. У вас, мотыльков, неплохая репутация. Мы вас тут уже год не видели. Если поможешь нам решить пару проблем с иными и им подобными, мы будем рады помочь в ответ. Помогу, чем смогу. Я тут в первый раз. Может, расскажешь мне об этом месте? Ладно, но только потом... но только потому, что это мотылек спрашивает. Что нужно? Ну, в общем, о всем мы уже спросили. Окей. И вот прогрузился диалог с ней. Так. Я здесь не ради покупок. Wait, I've never seen you before, but you're a mayfly, ain't you? Oh, thank goodness. I could really use some help. My name's Claire. Claire Lay. Normally I'm a wandering merchant, but now I'm stuck here. I sent a team over to a place called the Rotten Manor 3 days ago to collect some goods for me. But they never came back. It's possible that they ran off with the goods. Don't be so cynical. I've been through thick and thin with them. They wouldn't do that to me. I'm afraid that something must have happened to them. Rumor is, the Rotten Manor seen a surge of deviants recently. I suspect there's a deviation behind it. Это, наверное, то место, где я потусила перед тем, как сюда прийти. Какого рода иной? All I know is what I heard from that well-dressed gentleman over there. He should be able to tell you more. There's no question. That guy stands out. We'd better talk to him and see what he knows. Good luck. Oh, and I'll happily pay a reward if you can recover my stuff for me. I'll mark Rotten Manor on your map. Make sure to stock up on ammo before you go. Come take a look. Anything that catches your... Так, мне кажется... I've never seen you. My name's Claire. Так, так, ну, в общем, пошло по кругу. Don't be so rumored.
all I know. There's no question. Good luck. I'll mark rotten. Так, и надеюсь, она не будет несколько раз во все те разы, что я пыталась. Я с ней взаимодействую. И это будет эпик фейл. Ну что ж, странный типок. And know the place for the first time. Through the unknown, unremembered gate. Какой-то прям адвокат дьявола. Прости, я хочу тебя кое-что о чем спросить. A mayfly. And one who seems to be brimming with potential. A pleasure to make your acquaintance. Do you know about a deviation affecting this area? You've come to the right man. I am Samuel Lowe, a humble scholar specializing in the fascinating phenomena we call deviations. Не очень ты похож на ученого, но ладно. And as for you, you seek keys with which to unlock the Dark Tower, don't you? But I'd be wary of what else you might open up. Do you always speak in riddles like this? I was... merely setting the mood. The world still deserves something poetic. Now, you're interested in the deviation inside that monolith, but the tower is locked up tight, and its keys are rift anchors across the wetlands. Rift anchors? Those things are made by Rosetta, aren't they? Spot on. And now tell me, where do you think those anchors would be? Usually places with the heaviest stardust pollution. The Rotten Manor would definitely be one of them. Indeed. I'm looking forward to seeing what you can do, Mayfly. I'm sure it will be a remarkable story to share. By the way, I wouldn't mind adding another deviation to my collection. Ну, хотя бы этот диалог не подвис. Так, спланируйте свои дальнейшие действия вместе с Мэри. Блин, она же стояла рядом со мной. Как она успела убежать? Похоже, надо быть терпеливой. Некоторые диалоги подлагивают. И это просто на фоне, вроде как, ничего больше не тормозит. Так. I'll find a way to hack into the monolith. Once you've activated the rift anchors, come meet me at the monolith gate. Главное, не забудь взять побольше патронов. Это место наверняка кишит минами. Just don't forget to bring plenty of ammo. Oh, and one more thing. I have a motorcycle here you can use. О, наконец-то мне дали транспорт. Супер. Так, видимо, там я еще могу мини-задание взять. О, да, детка. Oh, yeah. This looks like it'll be fun to ride. Прям под музыку. Вау, больно. Не очень-то им удобно управлять. Немножко покатаемся. Ой! Да блин, почему так сложно? Ой! Бада-бум. Ну, в общем, да, это не мое. Как с него слезть? Эй, как с него слезть? Помогите. Придется ехать всегда. Теперь.
что нажать-то? Во. Фух. Так, а что у нас здесь за точка? Непонятно. В чужой дом, интересно, можно зайти? Похоже, что нет. Так, получается, мопед, если я его бросила, он типа где-то валяется, или... Вот он. Так, у меня есть топливо? Непонятно. Так, ладно. Что ж, я думаю, на этом я буду потихонечку заканчивать. На этом будет все. Увидимся в следующих видео. И пока-пока!